Дмитрий, здравствуйте. Это проект «Стартап». У вас есть ровно одна минута для того, чтобы вы презентовали свой проект. Итак, время пошло. Дмитрий Бельчик. Название проекта. Кафе «Фропен». Проект почти завершен. Количество спонсоров 57. Планируется собрать 496 тысяч рублей. Здравствуйте. Мой проект называется «Кафе Фропен», и мы в нем готовим уникальное блюдо, которое называется «Фроп». Мы решили, что нужно что-то, что изменит понимание фастфуд. Но все-таки я бы хотела узнать, каким образом вы потратите деньги, которые получите от Бумстартера. Мы бы хотели на деньги, собранные на Бумстартере, потратить на открытие кафе. Причем не просто кафе, это будет самый маленький фастфуд в Москве. У нас нестандартное меню. Мы решили, что если делать, то изменять все. Если создавать новое, то создавать полностью оригинальный продукт. У нас будет несколько видов фропов: утренние, дневные, на ужин. У нас будут супы в стакане, которые можно будет брать с собой и пить на ходу. У нас будут напитки, которые делаем сами, либо пребиотики, которые будем закупать. И даже те же наггетсы мы будем делать длинной формы, чтобы удобнее было кушать, макать соус. Соус мы тоже будем делать сами. Дима, спасибо вам большое. Наше время подошло к концу. Я от души вам желаю, чтобы у вас все получилось. Спасибо вам большое. Спасибо вам.